Всем привет, с вами Эдгар, ну и конечно же мой грёбаный видеоблог «Мысли от Эдгара». Хочу поговорить на такую тему «Трудности жизни, как их преодолеть и грёбаная мотивация для вас». У всех у нас есть очень много проблем, которые постоянно нужно решать. Ну, очень много проблем у каждого. Но каждый думает, что его проблема намного важнее, намного труднее, чем его брата, сестры, там, близкого и других людей. И считает, что преодолевание своей проблемы – это просто жесть. С кем бы вы не разговаривали, то человек, когда говорит, он всегда свою проблему ставит выше вашей. Но при этом не врубается, что проблемы-то у всех одинаковые. Они стандартные, понимаете? В общем-то, ничем они не отличаются. Есть список проблем, которые существуют в нашей жизни на планете Земля. Такие же проблемы есть и у меня, как говорится. Но я их всегда решаю, понимаете? Я решаю свои проблемы. Не ною. У меня есть кредиты, там, есть семья, в которой тоже нужно решать вопросики. В общем, целый ряд перечислять не буду. Я не люблю прям перечислять проблемы. Скажу вам следующее. Я не буду просить, до дня еще время. Лучше лежать, всех стоять на коленях. Не задумывайтесь сильно о самой проблеме. Вы думаете, что бы такое новенькое придумать? Где бы использовать свою энергию? Где можно добыть те же деньги? Где можно добыть энергию для жизни? Ищите среди проблем то, что будет решать вашу проблему. Основная часть людей зацикливается на самой проблеме, сидит ее, обдумывает круглосуточно. Вот проблема. Но она же была как бы, вот она, все, существует. Зачем про нее еще думать? Вы, получается, думая про свою проблему, подпитываете ее все больше и больше, а время не уделяете на ее решение. Получается, вы сами себя загоняете в тупик. Ищите, отвлекайтесь от нее. В жизни очень много решений существует. Любая проблема имеет большое количество решений. Но, конечно же, найдутся люди, что скажут: вот моя проблема нерешима. А я вам скажу: решима. Любая проблема, самая сложная, решима. Просто вы не хотите искать решение. Зациклились. Тот момент, когда у вас она возникает, вам плохо. Такое ощущение, что, блин, почему все так со мной только что ли происходит? Бог меня наказал, там, не знаю, за мои грехи. Куча всякой бредятины вам в голову приходит. Но не приходит в голову то, что это стандартное явление жизни. Человек настолько загнался. Опа, смотрите. Между делом вам покажу. Стрекоза. Оп, оп. Улетела. Вот у стрекозы одной ножки нету. Из-за этого она там вот приземлилась и сидела. Но я тронул, и она нашла решение, силы, взлетела вон на дерево. Даже стрекоза находит решение. А вы не можете найти.
Как-то вот нужно верить в себя, верить в эту гребаную жизнь, верить в трудности. Во все нужно верить, понимаете? Вот уверенность, она решит все проблемы, найдет дороги. Просто вы не хотите, понимаете? Если что-то у вас не получается, никто не виноват. Ни Бог, ни ваши родители, ни окружение, ни там, где вы живете, ни ваша страна с его законами, с ее законами. Виноват только лично ты сам. Потому что ничего не хочешь делать. Ну, тут вопросик типа, а как же вот сделать так? Как же найти мотивацию? Может, посоветуешь мне пару роликов посмотреть? Я посмотрю, смотивируюсь. Унывай, унывай, душа моя. Обязательно, обязательно у меня получится. Да не получится у тебя, мудила, ничего. Потому что никакие мотивационные ролики не могут помочь человеку выкарабкаться из этой ситуации. Ну никак. Если только ты сам лично этого не захочешь. Вот мне нахер не сдались никакие мотивационные ролики. Никогда их не смотрел. Мне никогда не, меня не нужно было заставлять что-то делать. Понимаете? Я просто всегда стремлюсь к чему-то новому, всегда что-то пробую, не стесняюсь этого делать, не боюсь, что у меня не получится. Делаю, да и все. Вон, бетонный завод, например. Че сейчас спросите, а что, бетонный завод работает, что ли? Работает, конечно, работает. Че вы думали, нет, что ли? Вот он, бетонный завод. Вот он, песочек. Гравий. Может быть, в ближайшее время я сниму парочку видосиков на тему бетонного завода. Пока гребаная мотивация для вас. Для тех, кто никак не может себя смотивировать, поднять свою задницу и что-то придумать. Бизнес-планы вам подавай. 100% уверенность итога бизнеса подавай. Где взять денег подавай, все вам подавай. Мне вот никто ничего не подает. Даже скажу, что подписчики мне не помогли. Есть список подписчиков, которым я очень благодарен, ну очень, вот. Могу покланяться за это дело, и уважуха и респект этим людям. Все те, кто мне помогают, комментируют, это не только те, кто деньги перечислили, вы сейчас снова не перепопутаете. Все те, кто от души просто меня смотрит даже, я им всем благодарен за то, что просто подписаны, просто комментируете, помогаете как-то денежно, там распространяете мои ролики. За все ваши действия, которые каким-то боком мне помогают, я благодарен. Понимаете? И если я в каких-то видео кричу, ору или еще что-то делаю, это только для тех людей, кто хочет видеть себя в этой роли. В роли ублюдка. Ну, если вы хотите себя в этой роли видеть, что мне поделать, товарищи? Так что дерзайте, делайте, не стесняйтесь. Бросьте вы это дело мотивационное, бред это все. Нету ничего, но выйди, подумай, включи свой гребаный мозг, что-то организуй. За что-то, понимаете, беритесь обязательно. Не получается, еще раз возьмись за это дело. Не обязательно, чтобы у тебя получилось. Понимаете, в чем загвоздка гребаной жизни? Она никогда не сделает так, чтобы все было идеально. Ну, не бывает идеально. И это хорошо, мне это нравится. Потому что если идеально, то это, блин, скучно, это скучно. Так что, получается, не получается, как-то похеру. Я вот делаю, да и все.
Получится ништяк, не получится, еще что-нибудь попробую. И так пройдет жизнь, и я сдохну. В любом случае, выход-то есть, понимаете? Самый охренительный выход, знаете какой? Что ты сдохнешь. Это самая фантастическая вещь. Но естественным путем, конечно же, не самоубийство. Пробовал, что-то делал, парился, там, семейные отношения, дети, весь этот процесс жизненный, что-то там мутишь, где-то тусишь там, да хоть бухаешь, не бухаешь, не важно, что ты делаешь, но ты, блин, вот, закинь себя в круговорот жизни, пусть будет интересно, пусть будет всегда что-то новенькое, смена бизнесов, смена процессов жизни каких-то, не зацикливайтесь на одном. 70-80 лет быстро пролетает. Ну хотя бы что-то будет интересное. Там будь дедушке, что-нибудь внуку расскажешь, если у тебя внуки вообще будут. Вот такие вот, короче, дела. И в итоге вы получите от этой жизни самый офигенный подарок — смерть. Только вот смерть почему-то воспринимается людьми как плохо. А мною воспринимается смерть — это как самый обалденный подарок жизни. Но только тогда, когда я до этого доберусь, понимаете? Не искусственно, не убийство, не самоубийство. Это неинтересно. Покайфуй, потуси, попробуй. И потом получи сюрприз от жизни. Всем пока. Подписываемся, комментируем, конечно же. Лайки, шмайки. Увидимся в бесконечности.